Добрый день, дорогие мои. 31 декабря. И мы с Маточкой уже традиционно идем за елкой. Как-то у нас так все складывается, что раньше не получается. А уж 31-го точно надо идти и хоть какую-то елочку взять. У нас лес, как говорится, прямо под окнами, поэтому мы ходим недалеко. Идет дождь. Не знаю, как вам видно или нет, но, как ни странно, идет дождь. Ой, какой ледяной дождь. Все, приятный, секущий лицо лед. Практически пришли. Мы елки берем не те, которые в лесу, не которые жалко срубать. А видите, здесь у нас электротрасса, и по ней раз в несколько лет проезжает большая машина, которая все, что у этих столбов есть, срезает и перемалывает. Но бывает она раз в 5-6 лет, эта машина. И поэтому успевают немножечко вырасти елочки и сосенки, чтобы их потом просто так без дела не за копали в землю, мы здесь их и берем. Сейчас мы выйдем туда, где они растут. Тут две даже трассы электро. Сейчас еще одна будет трасса. Вот это основная. Где? Не знаю, сколько киловатт. И вон, видите, на ней стоят елочки и сосенки. Они, как только чуть-чуть выше подрастают, они видят, что трасса может замкнуть на дерево, и их вырубают. В
Мы тут присмотрели кое-что там впереди. Наверное, будем это брать. От дождя плохо едется. Как-то странно скользят. Что ли, в эту, да? Вот такую мы маленькую елочку возьмем. И нам ее. И она, видите, прямо под линией. Поэтому ей все равно здесь не жить. Да. Да. Подержи мои палочки. В лесу родилась елочка, в лесу она росла зимой и летом, стройная, зеленая была, метель ей пела песенки, спи, елочка, бай-бай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Лосишка, зайка, сиреньки под елочкой скакал, порой волк, сердитый волк, трусою пробегал по лесу, лесу чистому торопится, бежит лошадка махноногая, полозьями скрипит. Едят лошадки дровинки, а в дровнях мужичок срубил нашу елочку под самый корешок. Теперь она нарядная, на праздник к нам пришла, и много-много радостей детишкам принесла. И много-много радостей детишкам принесла. Вот какая елочка. Все, взяли. Матушка поехала, видать, нагулять километры. А я уж поверну обратно. Она нас с елкой догонит. Вот так я поставлю пилочку, она увидит. Так, ну все, вперед. Здесь горки, здесь ехать нам лучше, хотя и с одной палкой.
А? Сфотографируешь? Ну давай. Селфи. Че ты? А сейчас у тебя. А спереди хочешь? Матушка. Внуки все в Сочи. Им не до елок. Они там пальмы наряжают. Ну, а мы вот, видите, фиксируем. Ой, я чуть-чуть не упал. А ничего, теперь в горку пойдет. Куда-то не туда пошел. Вот, воздухом подышим. Теперь дождь в спину, поэтому не страшно.
Ну все, в горку вошли. Вернулись с горки. Дождь все сильнее. И это грозит тем, что обледенят провода и оборвутся. Так, ну вот мы и дома.